Привет! Пришло время рассказать о полученных мною цифровых пианино средней ценового сегмента. Рядом со мной инструмент WK310, и мы немедленно приступим к нему сразу же после заставоньки. Вот этой. WK310 – хит продаж цифровых пианино NewX и мой личный фаворит. Строгий внешний вид высокого интерьерного корпуса в классическом черном цвете радует глаз. Удобство 88 клавиш с молоточковой механикой и 4 уровнями чувствительности позволит комфортно чувствовать себя любому пользователю. Современный процессор с полифонией в 180 голосов точно передает звучание более чем 120 имеющихся тембров и 52 демо-треков. Функция записи с ограничением в 48 тысяч нот и удобный интерфейс приборной панели. Все это доступно в данном инструменте стоимостью 50 тысяч рублей в конце 2021 года. В одном из предыдущих видео мы с вами уже рассматривали подобный инструмент под названием WK520, топовую модель цифровых пианино NewX. И сегодня многие моменты будут пересекаться с информацией с того ролика, поэтому рекомендую вам с ним ознакомиться. Корпус WK310 напоминает классический вид акустического инструмента. Разница заключается только в отсутствии отсека, в котором установлены струны со всеми соответствующими деталями конструкции. Крышка имеет привычный вид, но усовершенствована доводчиками, чтобы пальчики при закрытии не повредились. Внизу установлен трехпедальный блок, и он такой же точно, как и у 520 модели. Приятно. Единственное, при сборке конструкции не забудьте подключить его кабелем к разъему с обратной стороны пианино. Я вот в первый раз, допустим, забыл. Из резко положительных отличий от двух предыдущих обозреваемых мной инструментов хочу выделить удобство управления функциями. Здесь нет необходимости запоминать комбинации кнопок и клавиш, чтобы что-то включить или отключить. Все подсказки уже присутствуют в виде нанесенных надписей. Нажали функциональную кнопку, выбрали функцию соответствующей клавишей и вперед. Из других схожих моментов здесь внизу находятся два выхода под наушники, большой джек и маленький, к примеру, для ученика и преподавателя. Видим входы AUX-а для запуска минусовки с внешнего источника. Источником в том числе может выступать и какой-нибудь музыкальный инструмент. Выходы и входы инструмента на тюльпанах, поэтому запасайтесь переходничками, вот такими, как я сегодня. USB для использования по MIDI-протоколу как необходимый минимум, так сказать. Bluetooth подключение здесь также имеется. Приложение с возможностью загружать сторонние нотки помимо уже имеющихся работает на всех современных моделях цифровых пианино NewX без исключения. Что ж, от слов к делу, давайте послушаем эту пианинку, и помогает мне сегодня в очередной раз маэстро Дмитрий Мамонов.
Отдельно вынесен набор звуков ударных и перкуссии. Активируются соответствующие комбинации клавиш. Транспозиция на 12 полутонов вниз или вверх, как у модели 520. У NPK-10, как мы помним, было всего минус 6 или плюс 5. В очередной раз наблюдаем функцию разделения клавиш на две зоны. По умолчанию точка разделения располагается на фа первой октавы, но разделять можно на неравные части, как мы помним. При этом точка разделения устанавливается уже вручную. Тембры для каждой зоны также можно выбирать разные из имеющихся 128. Для украшения присутствует знакомый нам набор эффектов – ревер и хорус. В данной модели WK310 мы видим без излишеств все то, что может понадобиться как начинающему, так и уже долгое время практикующему музыканту. Множество тембров с многоголосой полифонией, режим тренировки с Bluetooth или практика игры под метроном, возможность записать в само устройство появившуюся идею или использовать выходы для работы студийной. Строгий внешний вид и достаточно компактные размеры для установки в небольших классах или квартире позволят вписаться инструменту в абсолютно любой интерьер, сделав его надежным помощником в занятиях фортепиано. Как я уже сказал в начале ролика, WK310 стал для меня фаворитом линейки цифровых пианино NewX. А дабы не быть голословным, я решил проголосовать рублем и приобрел конкретно этот инструмент для своей мамы в качестве подарка приближающимся новогодним праздникам. Ай, люблю! Мы, в свою очередь, с компанией Lutner также спешим поздравить вас с наступающим новым 2022 годом. Пожелать вам продуктивных занятий, положительных эмоций от музицирования и, конечно же, могучего здоровья для реализации всех намеченных планов на следующий год. Встретимся с вами уже в новом году, где завершим рассказ о цифровых пианино и перейдем к моей любимой теме – барабанам. Если вас она также интересует, можете переходить на мой канал и смотреть, я там много про барабаны всего снимаю. Канал, как и ваш покорный слуга, называется Дмитрий Остросаблин. Буду рад вашей подписке и комментариям. Кода!